у него, смотрю, кинжалы в самый раз. Вот мне их надо победить как-то. Эти крючки не для меня попросту. Ах ты ж такой. Я так и знал, что он сейчас ударит ногой меня в спину, и я упаду. Ребята, а перед тем, как посмотреть это видео, я рекомендую подписаться на мой канал. Также нажимаем на вот этот колокольчик, сообщать мне обо всех новостях этого канала. Также обязательно ставим лайки. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы с вами будем играть, продолжать будем играть в игру Shadow Fight 2. Так, ну что ж, в прошлый раз мы уже с вами дошли до так званого турнира, где на турнире нам предстоит сражаться с противниками, чтобы победить отшельника. Два телохранителя мы его уже убили. Ну, давайте, в принципе, уже нормальное испытание, легко, да? Давайте проходить испытание, потому что на турнире уже будет сложно. Давайте попробуем, но я не знаю, сможем ли мы победить, потому что уже сложность тяжело. Ну что ж, давайте в бой. Так, змей готов получать. У него, ребята, такая же палка, как и у меня. Видели? Вот. На тебе, вот так вот. Вот так, ах ты ж такой, а. Вот так вот. Опа. На тебе нож. На второй держи, получай. На тебе. На палке, ах ты ж такой, а. Тихо, 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 тихо. Сейчас мы змея удушим. Ого. Давай, давай, давай. Да что ж ты такой неповорот. Ничего ж нельзя сделать. Просто. Вот так вот. Ой, промахнулся. Да что ж ты, как непонятно кто. Фух, наконец-то. Победили. Так, я думал уже я проиграю. Я не люблю проигрывать, ребят. Я люблю выигрывать только. А кто любит проигрывать? Конечно. Все хотят только быть суперменами и всегда выигрывать. И все, чтобы было у всех круто. А это еще. А ты еще такой, откуда ты вообще здесь нарисовался? Ну пошел отсюда. Пошел, я тебе сказал. Быстро. Вот так вот, получи. Ты ж такой, а? Гаденыш. Змееныш. Ой-ой-ой-ой. Прям нельзя никак ударить. А ну все. Ну на тебе нож. Ах ты ж мимо. Вот так вот. Хоп, сальтуха. На. Угу. Так, оттаскивай палку свою. На, палкой моей получи. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, отличненько. Отлично. Так, они одинаковыми черными цветами, ребят. Я уже начинаю просто их понемножку путать, потому что довольно сложно различить, где я, когда тут идет такой бой. Так, кукловод говорит мне. У тебя интересное лицо. Как насчет попробовать себя на сцене? Я владею театром, где всегда нужны актеры. За щедрое вознаграждение. Вот тебе пропуск за кулисы. Ты обязательно должен прийти здесь недалеко, а за победу ты получишь возможность испытать удачу. Получено 3 карточки. Взять, конечно, взять. Правила простые. По ходу пьесы ты должен собрать все части магического доспеха, прежде чем я попрошу тебя дальше. Ну, в общем, так, давайте подзарядимся энергией немножко. И, так, иммунитет. Регенерируйся противник. В бой. Ну, давайте. Кукловод говорит мне, расскажу я историю о жертве и проклятии. Жил некогда в чаше монах, молился, защищал путников от грабителей и сдерживал темные силы леса. И любил его за то народ, но завистливый царь приказал убить монаха и воздвинуть в чаше статую свою честь. Недалекий монарх не мог и представить, к чему приведет этот поступок. Лес был вновь жив и голоден. Но есть герой, и это ты, мой друг, кто соберет доспехи погибшего монаха и займет его место. Его дух поможет тебе. Иди же. Так. Карточки давайте купим. Не знаю, зачем они нам. Давайте попробуем, потому что мы еще не дрались в этой сфере. Так, мы будем драться против ниндзя, и сейчас посмотрим, на что этот ниндзя способен. Так, вот мы ему... Так, на еще раз. Оба.
Ого. Ниндзя такой неплохой парень. Ого, ножами. Ого. Ничего себе. А на ножом. На еще. Ого, ребята, походу ниндзя меня сейчас завалит. Сюда мне еще рано в этот турнир, потому что его доспехи намного круче, чем мои. И он мне выбил палку, у меня теперь нету палки. У меня теперь нету палки, и теперь мне надо как-то что-то делать. Так, ну что ж, идем дальше. Так, иммунитет. Это мой иммунитет, типа, или что? Вырабатывается. Ну ладно. Давайте нажмем ОК. Сюда нам еще рано, ребятки. Так что давайте перейдем назад в лобби и выберем. Так, ты проиграл, но твой иммунитет возрос. Теперь ты будешь лучше сразу в следующих боях. Не унывай, вот тебе еще пропуск. Нет, пропуск это я могу и купить. Это такое дело. Так, ну давайте все-таки. Так, турнир уже у нас на сложных. Так, оружия нету, турнир уже у нас на сложных этих. Отшельники безумно тоже. Так, ну что ж, нам нужно играть в испытания для того, чтобы открывать новые костюмы, новое оружие и новое. Это у меня уже начинает язык заплетаться немножко, потому что немножко устал. Ничего, мы продолжаем бой. Так, ну готов? Получай, получай. Скакать нельзя, будем драться ногами и руками. Ого, неплохо, неплохо. Ты думаешь, один ты можешь бросать? А на тебе нож. Ого, ребята, мы ему нож в грудь. И все, и он умер. Круто, да? Скажите, не правда ли? Ого. 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 Тихо. Хоба. Да что ж ты никак не отстанешь от меня? Надо тебе уже палкой греть так хорошенько, чтобы ты запомнил. На тебе. На еще раз. На. И на тебе ногой. Все, хух, стервятника мы убили. Откуда вы все беретесь? Когда я уже вас всех перемочу, ребят? Скажите мне. Так, идем дальше. Shadow Fight 2. Так, поехали, 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 поехали. Так, идем бой. Надо энергию забрать, ребятки. Надо забрать энергию и... Что же нам делать, а? Так, противорока, ладно. Против пророка. Так, энергию мы восстановим. Давайте посмотрим, на что способен пророк. Все равно по щам ему. Вот так вот. Эу, эу. Прыжки я не могу использовать, но ничего. Или могу? Ай-яй-яй-яй. Ого! Ничего себе, ему дал по башке палкой. Вы видели, ребят? Вот так вот. Все, отлично. Какой же из тебя пророк? Ты слабак, а я выиграл. Круто. Так, погнали, погнали, погнали. Да что ты, дай, вот так, сбей его с ног. Давай, давай, давай. Най, вот так вот по спине палкой. Пускай получает, пускай знает, что нечего лезть ко мне. Одна кровь летит у него, на тебе нож. Ох, мимо. Хорошо, на вот так вот тебе. На. Ох ты ж такой, а. Все, получил по заслугам. Получай. Так, отличненько. Я, как всегда, победил. Это означает, что это просто круто. Так, дальше, едем дальше. Что у нас дальше? Так, здесь еще в костюмах никаких у меня нет. Стадия, в этом бою ты можешь драться только ногами. Давайте в бой посмотрим, сможем ли мы выиграть этот бой просто ногами. И уровень такой уже нормальный. Мы деремся против девчонки Бархат. Но я тебе хочу сказать, ребята, что одни ноги это... Не всегда. Она бросает. А, это я только могу драться одними ногами. Да, я понял. Да нет, одними ногами я не выиграю бой. Что это? Как же мне драться ногами-то, а? Он же особо и не бьет ногами.
Вот так вот на месте стоять и бить колено, и вот так вот. Пускай знает, как подходить ко мне. Ох ты ж. Какой-то такой бой странный. Говорит, в этом бою ты можешь только ногами драться. Не понимаю я его. Но мы все равно, ребятки, победили. И Бархат у нас... мы одержали победу, а она одержала поражение. Огромное поражение. Здрасте. Это ты меня? Ты меня? Ты меня захотела? На тебе вот еще. На. На, 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 на. Ай-яй-яй-яй. Бархат, ты сильно не бушуй, потому что я сейчас тебя просто завалю ногами своими. Я не понял. На. Получай, получай. Буду вот так вот стоять и махать ногой. А ты подходи. Ах ты ж, а. Ах, на тебе. Воу, ребят, она может победить, потому что у нее жизни еще больше, чем у меня. О, уже меньше. Ай-яй-яй-яй, давай, давай, дерись, давай, на, вот так вот, молодец, тень, давай, бой с тенью, пошел, пошел. Ты же, я знаю, чувак нормальный. Ты же, я знаю, не хочешь проиграть. Давай, пожалуйста. Ах ты, а... Почему у меня нет оружия? Так нечестно, я хочу тоже с оружием. Одними ногами, это испытание. Насколько проверяют, насколько я боец крутой. И да, я крутой боец, потому что я победил. Отлично. И я получил новое что-то, короче, какое-то достижение. Сила природы, ребят. Это, наверное, какая-то новая комбинация, которую мы можем использовать при следующих драках. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Так, испытание. Так, меню. Да, ребята, что там у нас здесь появилось? Давайте глянем. И это что-то изучить. Яростный. Все, мы изучили 20% шанс получить плюс 12,5% урона после успешного удара. Этот эффект выпадает при получении урона или в 68 секунд. Отлично. Так, огонь. Так, просмотр, просмотр. Так, отличненько, отлично. Но пока нам не предоставляют возможности покупать что-либо здесь. Нам нужно... Турнир уже безумно, мы не сможем там победить. Охранников тоже мы не сможем победить. Нам нужно, наверное, проходить дуэль или восхождение. Ну, восхождение мне не понравилось. Давайте пойдем в дуэль. Итак, в этом бою ты не можешь использовать прыжки. Хорошо, в бой. И в дуэли, наверное, нам предстоит сразиться с ниндзя. И я думаю, мы все-таки должны открыть в магазине какие-то новые способности. Потому что дальше как-то ж драться надо нам. Ого, какие у меня... Ого! Ого, какие у меня... Я не понял. Ты что? Ниндзя, ты что? Откуда ты вообще взялся? Не нравятся мне эти крючки, ребят. Вот у него, смотрю, кинжалы в самый раз. Вот мне их надо победить как-то. Эти крючки не для меня попросту. Ах ты ж такой. Я так и знал, что он сейчас ударит ногой меня в спину, и я упаду. Победил меня ниндзя, но ничего. Давайте попробуем во втором раунде, как это все будет выглядеть. Так, поехали, поехали, погнали, погнали. Давай, давай, малыш, давай. Нет, нет, нет. Ах ты ж, а. Так вот тебе. Так, тихо, тихо. А, ну пойди сюда. Куда ж ты пошел, а? Куда? Ай! Да что ж ты будешь делать, а? Нет, нам еще рано с ним драться, потому что он и прыгает, и все, а мы даже прыгать не умеем. И мы его бьем, а у него жизни... Ого, а все, он меня чисто прирезал здесь, да? Чисто зарезал, да? Куда ж ты? Так, ну... Все может быть, но... Ай-яй-яй. А может мы еще и выиграем, а, ребят, или нет?
Да, ребятки, это как-то чудом произошло, что мы победили во втором раунде. Реально. Реально чудом повезло. Ого, тут все понятно. А как он защиту ставит? А, у меня нельзя защиту. Вот так вот тебе еще раз. Ой-ой-ой-ой, вот это он меня порезал. Так, давай, 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 еще совсем немножко. Вот так вот тебе, на. Отлично, ребята! Мы в третьем раунде победили ниндзя. Круто, мы выиграли. Еще какие-то две карточки нам дали. Вот это да, я думал еще рано и мы не победим его, но мы отлично справились с заданием. Круто, просто круто. Так, дуэль еще будет закрыт 4 часа. Даже не понимаю почему. Воспламеняем энергию. Так, и пока мы ничего не видим. Так, нам нужно драться в других боях для того, чтобы пытаться улучшить. Открыть костюмы и какие-то новые боевые искусства выучить. Так, ну это мы будем делать уже в другой серии. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте пальчики вверх, ставьте комментарии. По возможности я на комментарии буду отвечать. И до скорых встреч. Пока-пока.